Скажите, пожалуйста, где сегодня вы планируете тут порушить и вот самое главное? Ну, для нас очень важным сегодня является вопрос это переквалификации некоторых жителей города Николаева, которые хотят устроиться на работу, но по той или иной причине они не могут получить должную заработную плату. И сегодня у нас есть очень большое количество предприятий, которые нуждаются в специалистах узкого профиля. И мы сегодня планируем поставить вопрос о том, чтобы немножко, скажем так, люди прошли переобучение и все-таки получили ту заработную плату и ту работу, которую они хотят получить. То есть это для нас сегодня является приоритетным вопросом. Служба занятости в этом может помочь, конечно же. Однозначно может помочь, и всегда у нас служба занятости отличалась, скажем так, какими-то новшествами. Я, насколько знаю, здесь работает очень много талантливых людей. И, естественно, как бы, когда есть достойный руководитель, то это, в принципе, можно все собрать до кучи и организовать те мероприятия, которые приведут к конечной цели. То есть это работодатель получит того качественного специалиста, которого они хотят.